Мы сегодня в субботу с Виктором Гризой решили проехаться на так называемую вертолетную площадку. Я видел ее только по карте, видел в генплане, но живьем никогда не видел. В моем представлении это какая-то бетонная такая поверхность, но посмотрев по спутнику, я понял, что там, наверное, скорее всего, просто лес. Да, и пока Виктор не слышит, кто не знает, Виктор Гриза — это такой наш духовный наставник в плане туризма. Проехать туда нельзя. Мы думали, что можно туда проехать через переезд, но там вон перекрыто столбиками, только пешком. Мы проехали от Шепелса вдоль гаражей вот по этой дороге, подъехали сюда на развилку, туда тоже попадаем на гаражи, туда какая-то непонятная тропа, и в общем сейчас будем переходить через железнодорожные пути, и где-то там метров 50 от них уже будет вертолетная площадка. Мы набрели на такое достаточно массовое, как по меркам Славутича, кладбище домашних животных. Здесь он вообще какое-то на холме каскадное рядовое захоронение. Оно какое-то нескончаемое. В обе стороны, насколько мы видим, вдалеке еще есть могилки. Судя по карте, мы сейчас заходим в лес. И вот там, где виднеется свободное небо, такая просека крупная, это и есть вертолетная площадка. Ну, вот так выглядит сейчас вертолетная площадка. Это слабо похоже на то, что я себе представлял. Вот молодняк — это уже сама, собственно, площадка. Вот это все. Ее край, вот видно, там торчат вершины высоких сосен. Это границы. По карте я покажу примерно, как это выглядит. Но вживую это, естественно, использовать для посадки вертолетов и уж тем более каких-то маленьких легких самолетов никак нельзя. Здесь вот какая-то зона оказалась, укрепленная щебнем. Видимо, какая-то трасса для мотоциклов, может, потому что шины вкопаны. Мотоциклы тоже как стоянку, и дальше щебнем наверх по гребню, надо посмотреть, что там. Ну, идем на гребень? Да, идем. На холм мы этот выбрались, и тут следы, что явно автомобилем заезжает, не мотоциклами. Ну, так и отсыпка специально сделана гравием. Ну да, но функционал этого гребня непонятен, как будто бы просто для тренировки вождения. Появились потики уже. Ну да, весна. Весна, в общем-то, и не уходила в этом году. Хоть бери и жене нарезай. Ну, я вот так покажу и как будто бы нарезал уже. Намерение было. Мы спустились с гребня, и вот это, похоже, самая свободная площадка. Ну, в принципе, здесь даже возможно посадить какой-то легкий вертолет при большом желании. Но пока, конечно, то, что мы видим, как туристическое назначение, это слабо подходит, наверное. А так, ради вот интереса, вам покажу, что дальше вон вкопаны шины и целая трасса, такой маршрут, да, кем-то организован. Если кто-то в теме, напишите, что это и для чего это. Здесь можно какие-то велотурниры проводить. Как это правильно у них называется? Маунтинбайки. Интересно, что вот это мы сейчас находимся в городе Славутич. И как и в нашем городе, на вертолетной площадке окружает ее Черниговская область. Она таким большим квадратом является городом Славутич. По-моему, тонкий перешеек, дорожка вдоль железнодорожного полотна тоже является городом. Грунтовая дорожка и заходит в город. Это странно, интересно. Ну, интересно, потому что просто мы имеем большой кусок нашей городской территории, которая сейчас никак не используется, но это ресурс. Это ресурс. На всем пути нам встречаются здесь следы косули или кабанчиков. Вот очень явно видно, причем свежий, недавно вдавленный. Лучше косуль. Кто охотники, подскажите, чей это след, потому что вот одно копытце, другое, и вот эти вот два отросточка тоже вдавились. Что это, косуля или кабанчик?
В общем, наше субботнее приключение, путешествие закончилось. Да. Как сказал Виктор, вертолетная площадка оказалась совсем не вертолетной площадкой. Дональд Трамп сюда не прилетит на своем голубом вертолете, как волшебник, да. Производство не привезет сюда, на эту площадку, для того, чтобы весь город рабочими местами снабдить. Но как минимум, это же ресурс. Ну, копытца мы видели, следы от копытца. Копытца видели. Ресурс видели. Видели. Шишки собирали. Шишки, мох видели прекрасный. Это уже немало. То есть у нас есть еще один маленький островок территории посреди Черниговской области. Славутич наш. Пока.